Да. Всем привет. Всем привет. Мы сегодня в огороде. На нижний огонь. Да, встретились. Вон тетя Уля сидит. Время вечер. Мы сегодня картошку убирали. Ну как не мы. Мы приехали уже в самом конце. На сборы картошки. Ваня у нас где? Тут все Метелкин, Дюша или как-то. Тут все Никита, Стас, Гена и Дюша Метелкин. Он Ваня бегает. Ваня. Я близко к огню не подходи. Ваня. Сядь давай. Сядь, посиди. Костерчик. Что, греется? Степа, да? Греется. Да, покажи у нас какие яблочки. Убили меня. Слушай, кого показать? Яблочки, вон там деревья. Цветочки. Качество плохое вообще. А ты поближе подойди. Цветов сколько у вас красиво здесь. Астры. Вот такое поле. Цветет. Поле такое поле. Что это ты выпьешь? Да. Красота. Бабушка. Она у меня. Она пристегнута. Вот она. Ваня утопал куда-то. Красивый закат. Может, его кроватку, пляжку посадить, там спинка провожает. Что показывать еще? Я комары съели. Не кусает хоть, а? Ну, вроде не кусает. Ни одного комарика у меня не было. Ой. Ой, комары. Ты что, киса? Угу. А, да, я приведу ее попозже. Пока. До свидания. Зоя, не бери. Зоя, не бери. Да, да, да. Что там? Огонечек? Огонечек какой большой. Соседи музыка играет, нам надо тоже музыку включить. Да? Наверное, нет. Хорошо. Мы выключили музыку, потому что... Спала. Я его уже всяко, как и Семеном назвала. И эй, мальчик. Эй, мальчик. Там этот мальчик спит. Короче, Маша, типашка. Эй, мальчик, я уже всяко его назвала. Там этот мальчик спит. Ваня, ты что там шастаешь? Типашка. Его там типашка. Даже не видно. Видно чуть-чуть. Дайте футболку. Это как спокойный ночи малыш. Да. Степан. Типашка. Типашка. Степан Олег. Да, я поношу ляльку. Давай. Мама говорит, Зоя, стой, Зоя, зайка. Как? Только смотри, ты соску. Ты берешь соской? Смотри, соску не урони. А, соску. Соску бери. Надо пристегнуть. Держишь? Как ты думаешь, что там? Вот только если лягушка, ты получишь. Где соска? Я тебе серьезно говорю. Вот если ты сейчас с лягушкой, ты специально пришел ко мне пугать меня? Фу, блин. Зараза. Напугал меня. Давайте подальше. Ешь, ешь. Опачки, игрушка упала. Конечно. Надо ее сполоснуть. Иди туда, встань подальше. Тут как-то совсем жарко. Ты смотри мне, не вздумай принести лягушку. Зоя, у вас все огурцы, все помидоры сейчас стоят. Да пусть ест. Пусть ест. Жалко, что ли? Огурцы, помидоры, пусть кушает. Там это же мясо еще надо лежит же. В огород, этот. Вынеси сюда. Возьми табуретку, принеси сюда мясо. Да и все. Поставь. Пусть ест. Не жалко. И какой соус возьми, господи. Хоть что возьми. Да, там грибы, но они пережарили их немножко. Это кто такой хороший у нас? Это кто у нас такой красивый мальчик? Жених растет. Жених. И ты у нас красивый мальчик, не переживай. Не переживай. У нас все красивые. Все добрые, все красивые. Ну, какие у нас красивые цветочки.
Красота, красота. Бабушка насадила в этом году. Ну возьми стул, Уль, какая разница? Ну возьми сидушку, убери сверху, да и все. Ну а что, как-то мягкий не может быть, чтобы там был мягкий? Он, правда, мама очень больно отжигает. Огонь. Мама. Кинь на диван, Уль. Они ж не пристегнуты. На диване чисто. Какие-то цветочки интересные. Я гоню быстро. Это было чисто. Да, сиди, качайся на качельках, сиди. Картошку убрали. Одну, я уж думала, ты ушла, а ты все ходишь. Вот и беленький астр. Дождик прошел так красиво. Капельки на цветах. Так красиво вообще. Обалдеть. Я люблю астры. Обожаю. Вот так. Вот грядку только одну убрали пока. Пока одну большую грядку убрали. Ну, плохо видно, темно. Потому что уже 9 часов вечера. Вот чем хорошо в деревне. Вышел в огород, костер разжег, сидишь, кайфуешь. Беседочка. Зоя, тут все. Зоя ушла. Да, на этом телефоне запись другая, качество. Похуже, конечно. Это Samsung. 32-й. 20 тысяч. Вот он. А мы снимаем-то на Honor 30-й. Вот. 9 килограмм. Мой Samsung. А я еще Samsung и Honor. Вот это Samsung и Honor. На Honor мы снимаем, с Samsung я хожу. У меня тот Honor старый, который у меня был, он же у меня сломался. Ну, как он работает, но он не все эти функции выполняет. У нас тут шашлычок. А новый Honor... А зачем два телефона? Чтобы это память была побольше. Почему? На один, я тебе говорю, работаю на одном телефоне, я работаю для Ютуба. А на втором я хожу, снимаю. Ой, разговариваю. Нет, не получается. Там на Honor сейчас из-за санкций, из этих всех, у меня все перекрыто. У меня сейчас там даже WhatsApp не обновляется. Я не могу его обновить. Вообще, там много функций не работает. А у меня нет. У тебя какой Honor-то? О, у меня 30-й. У тебя ведь есть Google Play на телефоне? А у меня нету. Вот. Вот из-за этого вот. У меня и тот Honor, на котором есть Google Play, он обновляется, все работает. А на вот этом нет. Да. Меня убили. У комаров, конечно, все тьма тьмущая. Капюшон у тебя сзади. Зоренька, капюшон на голову. Че, хочешь? Только так поводиться и все, да? Ты успеешь, конечно. Только поводиться. Конечно, сейчас некогда, сейчас надо работать, работать и работать. А место все свое добивается, никак добиться не может на НТМК. Все ее не хотят брать на постоянно. Опять, оказывается, на полгода договор только с ней заключили. Я думала, уже на постоянку. Титьку ищет, Уль. Бери его, он, смотри, опять титьку ищет. А я ей говорю, там бабки какие-то, все, и ты за спиной ее, там всяко грязью поливают, там между собой. Никто меня не поливает. Ну не грязью, ну в смысле, что судачат, обсуждают. Неправильно я сказала. Это... Что то она в телефоне сидит, не работает, то еще... Я говорю, возьми, а он сиську ищет, Уля. Накорми его. А, комар на голове, комар.
плакать не ко мне. Такая деловая. Почисти, Маш, пожалуйста. Яйцо. Почисти. И она будет есть только белок. А где Ваня? Куда Ваня ушел? Ваня! А ты что там сидишь? Яичко чистить. А что, Зоя-то не мог почистить яичко? Так она сама не умеет. Она видит Ваню чистит, ей тоже надо. Она же такая. Это же дети. Она вот с Ромой-то мы гуляем. Что Рома, то и Зое надо. Ну да как, конечно, тем более они почти одного возраста. Ну, 2 года, 3 года разница. Ну вот, что ты хотела, конечно. Люда, да, Люда. А этот, Ваня на сколько лет? Где ты опять ее видела? Ваня, тебе сколько лет? А, в электричке? А нам 5, это что, сколько, 6 лет у нас? С Ваней? Да. Ему 11 уже через месяц. 5,5 разница. Ну, ядрит твою мать, я снимаю, она сиську достала. Хоть бы сказала, Таня, ты вернись. Я даже забыла, что снимаешь. Ой, не могу. Ты потом там замажу, замажу. Это как мы с Ленкой ходили в баню. Я говорю, замажу. Ой, кажется, я подружку свою голую сняла в бане. И вроде как не замазала. Что, так и выставила? Да. Ну там немножко видно. Совсем вообще, вот если вглядываться, то видно. А так нет, не видно. Так не видно. Ну что, как Ленка, что рассказывает? А они вот только приехали домой. Ага. Они еще пока отдыхают. Они же попозже, чем мы поехали. Ну, ты говоришь, что они еще оставались. Да, и это... Уже начала тоже работать. Меня все спрашивают, про тебя все спрашивают. Я говорю, возьми, ты сама ей позвони. Что ты меня спрашиваешь? Я там на велике. Ты куда поехала-то? Сама не знаю, мы с тобой полгода не виделись. А замерзла тоже? Мы, конечно, с тобой, Таня, сколько не виделись-то. Ну. В последний раз виделись Новый год, да? Мы с тобой? Да. Ну да. 8 марта, по-моему, тоже не виделись. Я не виделась. Нет, не виделись. Вот в декабре, ой, в январе, получается, виделись, в феврале родила и все. Я только все собиралась, и все никак. Ну, не а в Баранче мы не виделись, да? Нет, так и не встретились ни разу. Понятно. А там что, нету больше на тарелке, Маш? В беседке больше нету? Все голое вот здесь. Нету? А что, мяса-то нету? Жарить, чтобы? Да. Нету. Я же сказала. Ты меня снимаешь, я птичкой кормлю. Я тебя не снимаю, я Машу снимаю. Я просто смотрю, у меня вот уже звездочки в глазах. Телефон ишь на Машу. Вспышки, но... Я говорю, если надо жарить, тогда надо ехать за мясом. Но я не жарить не буду. Я тоже не буду жарить, я не хочу. Постоянно я жарю. Постоянно жарю. Постоянно я жарю, я не буду жарить. Я бы... Сидели только с бабушкой недавно на городе. Я жарила шашлык. Молодец. Все нахваливала, нахваливала. Что, получилось? Да, конечно. Молодец. Ну, так а ты же тут раз, мы когда ходили на дни рождения тоже, ведь... А, не на дни рождения, а когда мы, помнишь, просто ходили, жарили-то, я еще лаваш-то сделала. Ну, да. Тоже ты же жарила. Люда тоже все такое. Ты как смешная, сиди, все такое. Тетя Люда. Тетя. Ну, как папа у вас? Ой, дедушка как? Ну, мама ухаживает, он побежала сейчас. Мыть как пошла, но... Да. А он сколько ему лет? Ой, ему уж скоро 90. Ой, не я. Ну, давление на него. У него же операцию сделали, и вот он после операции у нас лежит с трубкой. С трубкой. Но он бывает, почему ходит. По квартире. Да, да. Но сейчас уже из дома не выходит. Раньше из дома выходил. Это вот камни у него. Камни были, выходить это не выходили. Ну, почему с трубкой? Мочеточник вот этот вот с пакетиком. До сих пор что ли? А там же какое-то время потом зашивают ведь вроде. Вот я вот этого не там знаю. Там вроде как промывают, чтобы лишнее да. выходит. А ему что-то вырезали, наверное, орган какой-нибудь, нет? Уль, я не спрашивала. Может, желчный вырезали? Я не спрашивала. Мама сколько бьется, к врачам ни один гад не может нормально помочь. Хоть бы кто-нибудь что-нибудь помог. Ему надо зашивать, это тоже не дело, что постоянно открыто. Это, во-первых, зараза, дезинфекция, все это. Вот она и ходит, обрабатывает уже сколько времени. Так уже должно зашить. Они оставляют какое-то время, потому что какое-то время надо зашивать. Я знаю, что не оставляют бесконечно это дело. Ну, я не знаю. Там через какое-то время, как бы, для, чтобы зажило внутри,
когда внутри заживает, они как бы это, ну, чтобы лишнее вышло. Надо у нее спросить. Ну, там что-то выходит, а потом уже заживает. Надо у нее спросить. Они хоть на прием-то ездили вообще, хирурги там? Так вот, вот именно, что на такси они все ездят сами, а чтобы врача даже а вызвать. Почему, не ходят. Чё? Невкусно? Нет, понятно, что не сами ездят, но приехали они. Врач-то что говорит, ну зашивать-то надо, не надо? Уль, ты меня спрашиваешь? Я бы все узнала, мне прям интересно. Я на какие вещи занимаюсь. Я не спрашиваю. Я вообще удивилась. А Ваня у нее где? Ваня нет. Другой Ваня, в смысле. Ваня поменялся на Ваню. А он что, там где-то, что-то в тюрьме же, да, у него что-то сидел, опять посадили же, что ты говорил. Вырываем. А ты ж снимаешь. Ой, вообще не могу. Ладно, короче, давайте тогда просто, чтобы поснимали немножко, показать, что мы здесь, все хорошо. Живы, здоровы, встречаемся. Там мы дедушку обсудили уже, там на камеру тоже можно вырезать. Все можно вырезать, вообще можно не снимать. Да? Всем пока скажем. Пока-пока. Скоро уже домой пойдем. Тити кормлю. Пока-пока. Пока-пока, мы тити кормимся. Пока-пока. Пока-пока.